Также оркестру посчастливилось сыграть с абсолютно потрясающим солистом. Это выпускник лондонского Royal College of Music и Венского университета музыки, молодой британский скрипач Майкл Фойл, который сразил московскую публику своим мастерством, талантом и удивительной способностью так необыкновенно тонко чувствовать музыку в столь юном возрасте. Пожалуй, самый запоминающийся для меня проект был... Это когда мы готовили для Дома музыки концерт скрипичный Брамс с Майклом Фойлом, потому что мне безумно нравится как музыкант и как человек, и поэтому, собственно, с ним было очень приятно работать и играть, и я рада, что в Виссоре не предоставляет такую возможность. Для меня очень знаковым было участие в прошлом сезоне замечательного скрипача из Англии Майкла Фойла, которого... Ну, в общем-то, это редко так бывает. Мы пригласили повторно в один и тот же сезон. Когда выходит 20-летний музыкант и просто рассказывает при помощи скрипки и повествует какую-то историю, и при этом весь оркестр практически перестает играть, я даже закрываю глаза на то, что он опустил инструмент и, замирая, слушает, наверное, это достойно того, чтобы за один сезон человек приехал и поделился еще раз своим откровением.